Гриша, ёбаный в рот. У меня IQ 120, как показывает тест в интернете. Извиняйся быстро, пожалуйста. Пошел нахуй. А в другом тесте у меня интеллект на 9 из 10. Кеттла, кеттла. Я не знаю, кто это. Кеттла. Классно. А вы пройдите, пройдите. Пойдете. Это по-любому у нас подсказочка. Там нету правильных ответов. Это тест личности. А, ну ладно. Так, ребята. А пошел. Сука. То Ралим он не поиграет на раунд. Че, а Тонара играть? Да. Пусть они берут Термус Атлас, мы можем его взять. Будет на самом деле проблемно, если они возьмут сейчас Атлас Зин. Потому что Андроксус Бани с Вивиан. И что делать, да? Ну. Фурию, брать фурию. Не, мы... Кстати, Атлазин контрят с тигром. Без роста, пацаны. Эши. А, Зин Атлас. Удачи, Микобу. Да похер на Куроса, мы сейчас дамбу просто потом возьмем. Нам типа не принципиально с этим. Хотя. Не, в целом мы можем взять, типа, если мы возьмем Зина и Корвуса, возьми Корвуса вместо Атласа. Они даже если не возьмут Атласа, то Зин будет просто ультить, и пока Эш, пока Атлас, удачи. Земля вам стекловатый, молодые люди. Парни попались на крючок. Так, каким бы героем можно их законить? На самом деле, тут, наверное, хороша Кейси и Мэйв. Хотя не, они все три героя баком контрятся. Нам по-любому нужна Кейси. Лок, точно. Так возьми бака вместо Мэйв, лол, кеквы. Да, бак просто параш против их героев тоже. Я вот думаю, какого другого. Кейси точно возьму. Да не, бомба тоже плохой. Ё-моё, локните Кейси, урод бы кто-нибудь. Вообще Шалин нормальная тема. Но Кейси Шалин с другой стороны. Стрикс. Да, бегающий стрик... вот этот. Да нет, против Эшки ему трудно. Можно просто Хана взять. А вот Свити у нас тут оказался. Кто? Свити, зайди в этот лайк обратно. Блин, без рофла тут моджи нормальная, но она, сука, занервшена в голову. А, пацаны, у меня игра зафризила тоже. Серьезно? О, отвисло. Чипики, чипики. Тауса, возьми Тауса, Тауса. А кто на чём? Ой, ёпта. Ну, сейчас, пацаны, ну мне типа up to you. На самом деле такие несложные коры. Я, в общем-то, на всех... А можно мне вот Зиня, да? Да хорошо. Спасибо, Лемон. На ком ты хочешь? Блин, пацаны, я думал, может, Дрогоза взять надо. Так там Виктор. Я тоже думал про Дрогоза, но потом подумал, что... Не, там Виктор нам пизда была бы полная. Почему? Ну, потому что Виктор нас бы всех расстрелял, абсолютно. Не, ну если бы мы дали дракона Грише, мы бы выиграли. Давайте. Ну, короче, я хотел не они, кстати, сейчас. Ну, типа... Давай я на Крисе. Окей. Потому что там человек любит под мой прицел блинкаться. Он опять на Иви. Я не знаю, как он, блядь, PPC играет, почему бы взяли его, а не меня, урод ебаный. Он сильнее тебя.
вообще он самый слабый ДПС пипси. Кто? Флэшоу. Пацаны. Я заебался на корвусе играть, честное слово. Просто. Ёп, я на Таусе потом. Я вообще заебался играть. Тоже, 4 часа это жесть. Обдумайте. А это ты просто не окрепший твой разум, Свити. Ты играешь? А Гриша старается, бухает, а ты вот так. Тренируется тот, кто не умеет играть. Нам хватит там. Ты так говорил, а потом 4.28. Ну мы же тренировались. А если бы мы не тренировались, у нас лузов было бы меньше. То есть ситуация была бы лучше. Ты не шаришь. Гриша, ты сможешь загрузиться, я в тебя верю. Ну слушай, реально, так мы вышли в минус 24. Если бы у нас было 10 прак, то мы бы сыграли 1.9, то было бы минус 8. В 3 раза лучше. И, типа, смотри, мы бы еще типа по-другому относились к нашим лузам. То есть у нас было бы больше времени разобрать, поделать. Ребята, просто надо меньше в игру играть, я понял. Во-во. Я не играл полгода, захожу и ебу всех. Еще не полгода не играю, опять захожу и ебу всех. Я хилю, мне даже типа ебать надо. Ты, Няникс, с такими таймлайнами ты, в принципе, до ППЦ не дойдешь. Игра сдохнет раньше. Смотрите, пацаны, я отдыхаю на этом. Ура, роуминг, эмоции! Если что, пройти PPC, чтобы меня в команду взяли, это максимум. Просто скажу. Ну, вранье, не. Так, пацаны, что делаем? Я на воду. Да. И вот, потом окно, Зин, Лонг, я шорт. Я тоже, чуваки, что-нибудь поделаю? Ну, да, поделаю. Я по профилю. Эшка на шорту. И на воде. Саура на... А, Атлас, я отошел. Меня вчетвером просто пушат, ребята. Мне хил нужен. Хилю, несы. Эшка влетает. А, там Иви одну хп. Не, пацаны, вы откидывайтесь. Надо тиру давать. Вы, короче, умираете? Типа, поинте. До талого капай, и забей. Я, короче, тоже умирать пойду. Не умирай. В смысле умирать? Мы уже бежим, алло. Ладно, пацаны, все. Ты умрёшь. Но я, походу, откинусь. Пацаны, за мной Вик. Тут Иви фри. Типа, меня... Мужики, два чела на меня хватит. Вы 3 в 3. Не, вы... Сейчас не Никса. Эшка, тащи! Хилл сделает. Не-не-не. Умрите, все, теперь можно нормальный группа апнуть. Okay. Не, Никс, будешь жить? Тебя хилить? Дай просто мид. Ну, не все. Это нормально. Иви справа. Питер у меня не стоит, и без блинка на зелени. У меня Эшка. Атлас справа. Кто тащит будет? Пойду в Атлас. Я не могу. Я пока не могу. Ну, я могу, в принципе, пацаны. О, носите, пацаны. Надо на зиме, наверное, будет тащить. Надо уже есть тащить. А ты успеешь дойти? Я вил лоу. Не, я лоу, я минус. Там спина от вас. Где бегу? Понял. Спина есть? Ой-ой-ой. На Эшку можно убить, Атлас. У него ревайн есть. Понял. Я там в тот момент, когда подошел, до Иви меня что-то слишком до хера урона несла. Там, когда к Атласу подошел с Иви, мы сели. Там Виктор слева. Будьте бдительны. Я умру, наверное. Тут уедешь? Не, забей, мы дохнем. А, понял. Ну, я шубил, нормально. Надо на базе зайду. На. Нормально, минус Эшка. Мол, тебя могут ульту кинуть. Виктор там в окне стоит. Я сам сейчас ульту кину, пацаны. Хорош. Смотри, развел их, развел. Они можете, можете выходить. А нет, еще не. Виктор плохо. Виктор вол в окне. Я тут с Эшкой сражаюсь. Без половины хап. Мы можем Эшку зафокусить. Я справа. Я вот. Понял. Не, забей, забей. А то если не будешь стрейт, я лоу хп. Сам подхилился. Я убил Виктора.
Там и Дамблоу. Да они все лоу, там и Эшку. Но... Можно и Эшку пострелять. Стена, стена есть, наверное. Ну, подожди, у меня МГ кончится. По Атласу, по Эшке, типа, в кого. Я сейчас прыгну в Атлас. Атлас ОХП без ревайда справа. Не, Эшка, не. Атлас один, прям один. Так Эшки дайте. Или Виктор. Теперь Эшку. А можно меня подхилить, пожалуйста? Не-не-не, пацаны, забейте, похил. Да, пацаны, тут такая ситуация. Непростая. Да. Ну все, мы... Но мне все еще нужен хил. Ну ладно, ладно, держи. Бывшего тиммейта булишь, пиздец. Мне все еще хил нужен. Да, окей, даже наметку на тебя поставлю, хорошо. Чтобы... Эшка тащи будет. Нас сейчас будут пиздить ногами. Ну я ультую, пацаны. Давайте. Инарец супер хил нужен. Патл шипы. Дал хил. Позже. Эш минус. Хила тоже с контроллера играет или чё? Я пошёл. Симсил, да, контроллер. Да. А, позже. Без мамаши. Просто мёртвый. Сука, мёртвая мамаша. Я говорю, ну надо типа концелить с ними. Бомбки нужно было, не того. Да нет, сейчас... Мне кажется, даже... Нет, бомки мне не зашёл бы, мне кажется. Я там нафидел, мы могли это выиграть. Просто... Сука, я-то думаю, почему так трудно с Виктором драться, а там даун на контроле. Я... Сыну, хил кидает его. А он мне просто в голову стреляет. Ты стреляй в Атласа, Вэш, в даму. Ну я этим и занимаюсь. На Виктор. Ну просто он с полкарты тоже подумал. Ну а они просто вчетвером запушили типа дом с ланга. А я там один такой пук-пук. Давайте сделаем немного не сейм. Зин шорт, а мы остальные к воде, если еще мы их обойдем. Эшку уже в дом бежит. Эш зазимал эти. Виктор на лангу. Пока капаем. Эшка пол хп. Мамольный хил. Понимаю. Сорян, там... Пиви лол, пиви минус. Ты решил, Эшка сзади, Эшка сзади. Надо дэшнулась куда-то. А, ёп. Помогаю? Всё. Какой же гений. Урод. Лёгкая, да. Произошла какая-то херня, и мы выиграли. Понял? Я гений. А чё ты сделал? Типа... Он застанется неудачно. Не, я отустревай. Понимаю это, да. Ага, ну или так. Пацаны, я могу прыгнуть на зелень. Виктор, даун. Без мамушек. Все, надо пушить жестко. А можно хилку? Я... Атлас без ревайнда. Атлас можно делать. Ёп, это, конечно, откидывание. Не киви на приводе. Тейдин. Я дам. Кого волнует, один или не один? Я русский. Змеи виды сформируют. Я похилюсь, подожду откат ТП-шечки. Где там? Подожди, слева Эш. Эшка с Виктором, давай. Атлас пришел на зелень. Щит поставил. Иви. Иви лол. Я отхожу. Эшка... Мне ее хилит. Виктор слева, Виктор слева. Я лоу. Я умер. Да, я умер. Я не уйду, у меня в КД все было. Он. А, забей. Прыгай в воду, няня. Ну блять, почему фармит? Опа! Просто три. Ой-ой-ой-ой, хелпуйся. Что? Вот что? Просто без мамаши даун на контроле. Конченый дебил. Понимаю. Когда у него кончится эш? Да что? Я не знаю, у нас, блядь, фидер на лимоне. Не, я просто бегу, в меня стреляют, и я ничего не бегу. Все, лимон, возвращаем на эти, на танке. Ну, блядь, не пуш так сильно. Да, типа... Я не танк. У меня герой подразумевает... Ну, не так сильно. Короче, играй в бэклайне, попробуй так. Парни, ну я вот стреляю в эшку, зажал у меня пьюшку. Не задамажил, её хилят. Там Эш? Иви пол хп. Виктор сыграл. Меня просто Эшка пиздит, типа. Ну я не успею тащить. Где сам её отъездил? Чё там? Блять, долбоёб с контролем. Я не мог помочь тебе, извини. А, боже.
И тег, кстати, вроде тоже с контроллером, если да. Да, без мамочи вы просто. Конченый дебил. У них, кстати, вместо флэш-шоу тоже должен был быть контроллер ПТВ. Там три. Так, пацаны, ну делаем то же самое, что в предыдущем раунде примерно. Играем под воду, если что. Проходим. Занимаем карту. У нас 5 ультов опять. У нас все шикарно. У них тоже. У меня возражение. Ну-ка, ну-ка, давай, говори, что хочешь. Ну, утран говно. Ну, это есть. Вы все уроды нормальные. А ты позакрывали и играете. Твари. Виктор в мейне. Ну, Виктор теперь в мейне стал. Пешли. Он, типа, более-менее играбельный, но... Мне аж цилиндр сдавил. Ебать, я умру. Я буду хилить тебя до талого. Забей. У Эшки, если что, все еще есть ульта. Убьешь дамбу? Нет, не убьешь. Не уби. О, дамба без фира. А сейчас главное не умри. Не, у меня ульта будет. Понял, я просто пикаю, я одно. А меня Эшка пиздит. Забейте, мы проебали. ГГ. You are not welcome here. Ну я не могу, блядь, против консоли играть, он конченый, блядь. Мне пику было некуда кидать, извини. Не ссыте, я разберусь. Я не могу, пацаны, это такой бред. Это не трудная игра для Тауса, не трудная. Там Иви и Виктор, они не должны меня убивать. Просто даун с контроллера две очереди.